Вот это уже здесь. Вот это вот уже 2 недели или 2,5. Полный подвал говна. Полный подвал говна. А вон там сбоку, если пройти дальше, там электрощитовая. И она уже 100% в воде. И всем инстанциям. Вот труба забита 2 недели. Все, кому звонили, все говорят, у вас все сделали, все работает. Вот. Вот видео. Вот говно. По щиколотку или больше уже говна. Вот оно все. А закрываешь эту пробку. Все говно, которое здесь, все в квартире. Вот. Снимаю дальше. Это все подвал. Вот труба там. Вот уже вода. Вот. Вот здесь за дверью электрощитовая. Тут уже вода. Вот он. Вот говно. И вот оно уже куда дошло. Пол подвала в говне. И всем. А вот здесь щитовая. Второй стояк. Все то же самое. Все течет. А причина вот. Всем показывали. Вот это. Старая труба, которая, вот она, идет. Это второй стояк, который сказали отремонтировали. Вот он, обвал грунта получается. Чтобы вам было понятно, вот она, труба лежит, поддон, это мы сами положили, то, что здесь затапливает постоянно. И вот здесь получается, в этом месте обвал грунта, и здесь она постоянно забивается. Вот здесь постоянно лужи. Так что, а все, вот она, эта яма, поближе, вот она, вот так, чтобы было видно. Вот, и она идет к тому стояку. А вот эта труба. И от нее пошла вот сюда, сюда, сюда. И здесь обвалилась, из-за этого забивается. И получается, тот стояк полностью забит. И говно идет все кверху. Вот стояк. Все течет в подвал. Так что вот так. А здесь, с каждым днем говно все прибывает, прибывает и прибывает. Электрощитовая скоро жахнет. А коммунальным услугам по называется. Другими словами не назовешь. Вот подойду поближе, чтобы не выпачкаться. Вот, видите, что? И вот так это идет вон туда, везде. Все в говне. Вот, забитое, стоит. Видите, вода? 2 недели никто не приезжает. Вот такая вот у нас беда. Вот так вот. О, вот эти вот какашки у нас плавают по ванной. Фу, вонизм невозможный.